А что ты мне нужен? За сок только. Не только, а за это, а за экскурсию. А, да, точно. Отдай мне, пожалуйста, в уругвайских песо, блядь. А, да. 500 на. Сейчас нырну, блядь, сплавь, вернусь, блядь, туда, чтобы поменять уругвайские песо. Вот видишь, человек, это маленький считается корабль. Ну вот, до свидания, Монтевидео. Мы отходим домой, до дому, до Буэнос-Айреса. Поганого. Смотри, красиво, как ворота. Да. Вот какое-то удивительное явление мы видим. То ли солнце садится, то ли луна всходит. В общем, черти чего. Оно встает, блять, а не садится. Что за фигня? Ну, вот такая удивительная вещь. То ли солнце садится, так и мы его видим. Скорее всего, это так. То ли оно, то ли луна всходит. Нет, скорее всего, солнце садится. Но почему-то, не, ну почему оно ярче становится? Оно садится, оно должно темнеть. А просто потому, что мы с другой стороны меняем немножко и тучи, возможно, по другим ракурсам. Не, оно садится ярко, сейчас уже видно это точно. Ну садись уж, а то я нервничаю как-то. Ну садись, пожалуйста. Прячься. Садится я на самый край. А почему? Все меньше и меньше становится. Да, вот сейчас это заметно, что садится. Специально что сделано. Село, но отблески еще есть. Красивый. Да. Ну вот что поперлось здесь? Да, я сейчас думаю, правильно я не стал метать бисер перед свиньей и говорить о том, что речь может быть учтивой, вежливой. Точный и выразительный. Выразительный.
а изысканный может быть костюм, блюдо в ресторане, платье, обстановка в квартире. Но как может быть изысканной речь?